Юлия Струц вернулась из Калининградской федеральной клиники после операции на сердце. Юная воркутинка со сложным пороком – одна из героинь проекта «Спасти ребенка». В феврале вся республика собирала средства на операцию почти 500 000 рублей. Напомним, Юля вместе с семьей приехала в Куми на ПМЖ из Донецкой области. Российское гражданство пока не получила. Поэтому и на бесплатную квоту Минздрава девочка рассчитывать не могла. Между тем, ее здоровье было под угрозой. Кардиохирург Калининградского центра Вячеслав Белов на своем приеме решил, что ждать больше нельзя. В начале марта девочку прооперировали. Сделали операцию, около 4 часов была. Вот. Ну, переживали, конечно, все. Вот. После операции в реанимацию на сутки. Ну, врач сказал, все хорошо. Все, ну, все, что хотели сделать, убрали этот стеноз с клапана. Все, дальше наблюдение врачей. По словам папы, у Юли настроение бодрое, соскучилась по школе, ведь ее там не было почти месяц. Но пока девочке прописан домашний режим. Семья Струц благодарит всех, кто откликнулся на призыв о помощи.